Всем привет! Загнал свою машину в бокс для ремонта. Машина у меня Chevrolet Captiva 2007 года, кузов C100, мотор 2.4. В общем, какая у меня проблема? Ну, как и у всех Captiva-водов, это такая обширная проблема. В общем, заводится плохо на холодную, там со второго, с третьего, у кого-то даже с восьмого раза заводится. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы она заводилась нормально. Потом иногда плавают обороты, в общем, пропадает тяга. Съездил на диагностику, в общем, ничего такого не показало. Единственное, ругалась на MAP-сенсор, ну, датчик абсолютного давления. Заказал у друга на сайте Car ID 76, если там, потом ссылочка будет на сайт, к этому видео прикреплю. В общем, заказал полностью модуль в сборе. Да, фирма Крауф. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот. Да, в общем, сейчас я его положу. В общем, будем менять. А, ну плюс у меня еще проблема с поплавком, он неправильно показывает уровень топлива. Но этого, возможно, и нет поплавок. Там есть еще один, как он, дополнительный насос, там перекачивающее устройство, кто как называет. В общем, там тоже поплавок стоит, может быть, и он врет. Ну, до него дойдем позже. Ну, первым делом, конечно, я отодвинул переднее сиденье, дальше откинул заднее. Многие еще снимают просто сиденье, там откручивают болты, я этим заниматься не буду, короче, вот. Откинул, нормально, ничего не мешает. Дальше откидываем обшивку. Обшивка, конечно, вот ее... По-нормальному не обкинешь, в принципе, можно чем-нибудь подпереть, каким-нибудь брусочком, что я, наверное, и сделаю. Дальше тут вот есть что-то наподобие шумоизоляции. И вот два лючка. Вот в этом лючке находится у нас сам бензонасос, в том лючке находится перекачивающее устройство. Вот. Вскрывать надо оба. В общем, вот я снял эти два лючка, точнее, две крышечки эти. Вот, видим сам модуль с насосом. Там у нас перекачивающее устройство. Вот. Тут вот немного было грязи внутри. То есть я там чуть-чуть почистил, пропылесосил. Соответственно, вот эти обе крышки. Они идут на таком вот герметике. Герметик этот не сохнущий, то есть он не высыхает. Вот он даже до сих пор липкий. В прошлый раз я когда разбирал, я герметиком заново ничего не промазывал. Прямо на этот посадил, он прилип. Сейчас я его как бы с трудом... отклеил. Вот. В общем, для того, чтобы вот это вот дело все снять, тут вот есть такие колечки, которые прижимают сам модуль. Вот. А есть специальные приспособления, съемники. Вот. У меня его нету. Тут в боксе такого тоже нету. В общем, молоток, отвертка, либо зубило. Аккуратненько по контуру простукиваем против часовой стрелки. Предварительно соединяем топливо на магистрали и разъемы. В общем, приступаем к делу. Так, ну в общем-то вот я забил эти кольца. Вот одно колечко. Это с маленького перекачивающего устройства. Вот второе. Есть один нюанс. У меня сейчас где-то полбака, и чтобы руки шибко не мочить в бензине, я вот взял с собой плетенку рыболовную. От насоса до перекачивающего устройства идет шланг. Он подсоединяется к устройству снизу. Соответственно, мы сейчас для того, чтобы нам потом, уже когда поставим новый, можно было протянуть шланг и подключить. Привяжем плетеночку. Можно, конечно, руками, но тогда руки просто в полокоть будут в бензине там. Тем более руки-то еще и грязные. В общем, поменял. Все. Шланг тоже протянул. Так, там уже все подсоединил. Кольцо закрутил. Сейчас здесь кольцо закручиваю. Так. Чтобы было видно. Пропрыскал контакты
такой жидкостью. Сейчас, секунду. Очиститель электрических контактов. Сейчас они маленько пообсохнут, контактики, разъемчики, и будем подсоединять. Так, ну в общем, я закончил. Все поменял, контактики все пропрыскал, соединил. Из бокса я машину уже выгнал. Завелась она, конечно, не совсем там хорошо, потому что у нас все-таки магистраль была полностью осушена. Вот. Чуть-чуть пришлось покрутить подольше стартером, и, в общем, схватилась, завелась. Уровень показывает правильно. Вот. Завели. Ну, чек у меня горит, это у меня горит на мап-сенсор, ругается. Там разъем я тоже попрыскал, не знаю, поможет, не поможет. Там на самом датчике еще разъем, но это, конечно, до него добраться, это нужно дроссель снимать. На это пока времени нет. Так, ну, в общем, ребят, машина простояла довольно долго. Как и выяснилось, запустилась с первого раза. Вот. Причем с полпинка. Я даже только начал ключ поворачивать, она уже завелась. Так что замена полностью модуля в сборе помогла. Ничего колхозить я не стал. Там придумывать какие-то, ставить от газели клапаны обратки и так далее. По поводу тяги, да, тяга вообще на самом деле стала намного лучше. По расходу, по бортовому компьютеру, я не знаю, какую-то фигню показывать. Вот, посмотрим фактически, то есть по пройденному километражу. То есть я заправлюсь, потом высчитаю, вот более понятно, потому что БК показывает вообще... 112,5 примерно, как и должно быть по городу. Это вот у меня, ну, город небольшой, такой провинциальный, как бы у нас нету пробок как таковых там. Вот. Показывает то 15, то даже 18,7. Я на педаль-то ошибка не нажимаю, то есть, ну, так, я не гоняюсь. Что делать с бортовым компьютером? Может, и знает, подскажите. Я будем замерять вот именно по километражу. В общем, ну, как-то так. Все, всем пока.